На подмосковном аэродроме «Черное» отгремел большой авиационный праздник – фестиваль «Небо. Теория и практика». Его главное отличие от прочих подобных мероприятий – целевая аудитория. Это не столько эксперты отрасли, сколько обычные люди. Небо – это такая всех объединяющая тема, и она вдохновляет, увлекает. Очень романтическая, очень красивая. Поэтому, вот, собственно, мы и выбрали это направление. И я, как продюсер этого фестиваля, ее развиваю. Вот уже который год здесь фестиваль, третий год проходит. В этот раз фестиваль разделили на тематические зоны – космос, история, безопасность и другие. Кроме того, на небе справил дебют профессиональный форум «АОН-Экспо». Это пространство с павильонами, выставкой и деловой программой. На площадке собралось несколько десятков российских производителей частной и коммерческой авиатехники. Это отличие очень серьезное по сравнению с 19-м. И в очень короткий срок мы готовили фестиваль, нам удалось все-таки собрать очень большое количество участников в этом году. И, безусловно, и летная программа. В общей сложности за два дня фестиваля в небо поднимались более 30 самолетов и вертолетов. Своими эффектными выступлениями удивляли публику 20 чемпионов страны и мира по разным дисциплинам. Среди них была и Светлана Капанина, семикратная абсолютная чемпионка мира по самолетному спорту и лучший пилот столетия по версии Международной федерации аэронавтики. Программа включала и авиационные гонки. Обладателем Кубка Марс стал Александр Васильев. А в командном зачете лучшим оказались пилоты из Санкт-Петербурга Алексей Копелевич и Сергей Захаров. За ходом соревнований с замиранием сердца наблюдали не только взрослые, но и дети. К слову, самых маленьких посетителей фестиваля ждала, помимо прочего, насыщенная образовательная программа. Все можно попробовать, и у каждого вуза, учебного заведения есть прям специальные площадки, оборудованные кубы, где дети могут и собирать, и программировать, и запускать, и учиться снимать. Но здесь можно получить массу рекомендаций и практических советов, и получить ответы от профессионалов совершенно в разных категориях, которые с этим связаны. Привлечь подрастающее поколение к авиационной отрасли, помочь будущим пилотам и инженерам раскрыть свой талант – одна из ключевых задач фестиваля «Небо». А в его актуальности и полезности сомнений у организаторов нет, ведь мероприятие с каждым годом становится все популярнее. Так, в 2021 его посетили более 25 тысяч человек.